Большую часть XVIII века Россией управляли женщины. Но на политической арене страны была еще одна дама. Она не была императрицей, но именно она стала олицетворением просвещенного века. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова. В Санкт-Петербурге, в центре сквера перед Александринским театром, находится великолепный памятник XIX века. Он посвящен Екатерине II и ее сподвижникам. В окружении величайших деятелей 18-го столетия – Суворова, Румянцева, Потемкина – единственная женская фигура – Екатерина Дашкова. В ноябре 1796 года в богатый дом Дашковой на Большой Никитской, в тот самый, где сейчас находится консерватория, явился генерал-губернатор Москвы Михаил Измайлов. Он вошел в спальню к пожилой женщине и заявил, что государь Павел I велит ей ехать в деревню и вспомнить там 1762 год. Это была ссылка. Дашкова стала собираться. Она была и огорчена, и обрадована одновременно. Ее заслуги в истории наконец-то оценили. Да, ей было что вспомнить. Дорога в деревню Коротово, что под Череповцом, была не близкой. Времени на воспоминания достаточно. Детство, юность, переворот. О, сколько же всего было в ее жизни! Екатерина Романовна Воронцова, в замужестве Дашкова. Графиня, родилась 28 марта 1743 года в Петербурге. Отец – Роман Илларионович Воронцов, граф, сенатор. Мать – Марфа Ивановна Воронцова, урожденная Сурмина, из купеческого рода. Крестными Екатерины были императрица Елизавета Петровна и великий князь, будущий император, Петр III. В двухлетнем возрасте Катя потеряла мать. Девочка сначала жила у бабушки, потом ее забрал к себе на воспитание брат отца, граф Михаил Воронцов, великий канцлер России. Катенька воспитывалась с родной дочерью канцлера, Анной. Мой дядя не жалел денег на учителей, и мы по своему времени получили превосходное образование. Мы говорили на четырех языках и в особенности владели отлично французским. Хорошо танцевали, умели рисовать. Мы слыли за отлично воспитанных девиц. Екатерина Романовна, она тем и замечательна, что кроме образования, она всегда занималась самообразованием. Имела пытливый ум, имела необыкновенные способности, имела необыкновенный интерес к жизни. Поэтому, возможно, ее образование было из ряда вон выходящим. Тем не менее, две девочки, которые получили одинаковое образование, были абсолютно различны. Анна обожала балы и светскую жизнь, а Катя любила читать и учиться. Ей не хватало такого образования, которое обычно давали мальчикам из знатных семей. Ведь даже русскому языку с детства обучали только мужчин, чтобы те могли в армии командовать простолюдинами. До 13 лет она прочитала все книги, которые нашла в доме. Узнав о ее любви к чтению, Иван Шувалов, фаворит Елизаветы, выписывал из Франции издаваемые там новинки и снабжал ими крестницу императрицы. К тому времени ее библиотека насчитывала 900 томов. Позже Дашкова стала обучаться английскому, рисованию, игре на клавесине. Екатерина хотела учиться профессионально пению, но в этом ей было отказано. Она изучала историю, географию, арифметику и закон Божий. Любила бывать на службах. Она рассматривала распятие высоко над алтарем и двух коленопреклоненных Марий. Будучи ребенком, она не могла себе представить, что дважды в жизни она познает безутешное горе матери, оплакивающей сыновей. В 21 год потеряет любимого мужа. Екатерина Романовна была
искренне глубоко религиозным человеком. Вот те фразы, которые были записаны за ней, те высказывания, о которых говорили современники, они, в общем-то, говорят о том, что вера была не напускная, и вера была ей нужна. Мы знаем о том, что, по свидетельству очевидцев, все ее поездки начинались обязательно с молебна. И более того, вот когда она приезжала сюда, вот в дом напротив церкви, она, даже не заходя домой, заранее просила, чтобы священник в церкви отслужил ей благодарственный молебен. Поэтому уставшая, запыленная, она приходила и выслушивала здесь молебен, молилась, благодарила Бога. Дорога в ссылку была не близкой. Из Москвы более 500 верст. Можно успеть вспомнить все. Екатерина Романовна вспоминала первую встречу с Екатериной Великой, тогда еще не императрицей. Это произошло в январе 1759 года. Дашковой тогда было 15 лет, а будущей Екатерине II – 30. Но они оказались удивительно похожи. Екатерине Великой нравилось беседовать с Дашковой, обсуждать насущные вопросы. Девушка была интересным и начитанным собеседником. В одной из первых встреч Екатерина II подарила Дашковой свой веер, который та будет хранить всю жизнь. Около 3 лет они были очень близки. Екатерина II частенько говорила, что умирает от скуки, когда Дашковой нет, что другая, равная Кате, во всей России едва ли найдется. Ведь Екатерина тогда была довольно одинокая, ее положение при дворе было шатким. Ее муж Петр III не скрывал своих отношений с Елизаветой Воронцовой, родной сестрой Дашковой. Но, несмотря на этот факт, Екатерина Романовна была на стороне будущей императрицы. Дашкова всегда называла Екатерину Великой, себя же считала Екатериной Малой. Дашкова отличалась от других придворных тем, что считала ниже своего достоинства обсуждать сплетни. И заводить врагов она умела лучше, чем друзей. Однажды на обеде во дворце Петр III, уже изрядно опьяневший, заявил, что необходимо отрубить голову прапорщику за интрижку с одной особой. Дашкова возмутилась и стала с ним спорить, что такой поступок не может быть основанием для казни, тем более та была отменена в России еще в 1753 году. Великий князь решил все обратить в шутку, показав крестнице язык. Но при дворе это столкновение наделало много шума. «Времени научило еще меня тогда, как опасно говорить правду государям. Если они и могут иногда это простить, то царедворцы никогда не прощают», – с грустью писала Дашкова в своих записках. Александр Герцен считал, что именно с таких столкновений начиналась политическая карьера Дашковой. Личность Екатерины Романовны противоречива. Какой же на самом деле была княгиня? На одном из прижизненных портретов Дашковой кисти Дмитрия Левицкого женщина выглядит гордой и уверенной. Она стоит с высоко поднятой головой, ее взгляд открыт и дерзок. Это официальный портрет влиятельной женщины. Англичанка Кэтрин Вильмот писала: «Полагаю, она была бы на своем месте, занимая пост генералиссимуса или министра сельского хозяйства. Да, она была рождена для больших дел, и это не противоречит жизни женщины, которая в 18 лет возглавила революцию, а впоследствии в течение 12 лет управляла Академией наук». А вот портрет, написанный поэтом и художником Сальваторе Тончи. Это уже совсем другая женщина. На голове что-то похожее на чепец. Говорят, что Александр Пушкин писал об академике в чепце, имея в виду Дашкову. Она сняла все ленты, оставив только орден Святой Екатерины, как напоминание о важнейшем этапе ее жизни, о перевороте 1762 года. Видно, что этот человек прожил нелегкую жизнь. Есть еще один портрет, и с ним связана почти детективная история. Долгое время он находился в Меньшиковском дворце в Петербурге, и считалось, что на нем Александр Меньшиков-младший, сын сподвижника Петра I. «Мужской мундир, бравый вид, но при чем же здесь красная лента и орден Святой Екатерины? Ведь им награждали только женщин. Что это? Шутка?» При внимательном рассмотрении искусствоведы на обороте картины находят надпись по-французски: «Княгиня Дашкова, урожденная Воронцова».
долгий спор ученых и вердикт. Это портрет Дашковой. И его перевозят из Петербурга в Москву в Государственный исторический музей. 28 июня 1762 года. Этот день остался в истории России как возвеличивание Екатерины II, и Дашкова, конечно, имела отношение к этому событию. Она не вела агитацию в армии, она беседовала с доверенными людьми и создавала о Екатерине соответствующее общественное мнение. Она поддержала ее, потому что знала, насколько любит Россию эта умная и прогрессивная женщина. Говорят, что Екатерине Романовне удалось раздобыть немалые деньги для того, чтобы поддержать переворот материально. Сама же Дашкова никогда и нигде не сообщала об этом. В своих записках, через 40 лет после происходивших событий, Дашкова вспоминала об этих днях так. «Я поцеловала ей, Екатерине Алексеевне, руку и очутилась в офицерском мундире с лентой через плечо, с одной шпорой, похожая на 14-летнего мальчика». Переворот свершился. Екатерина II... будет императрицей. В сентябре этого же года Екатерина Романовна приехала в Москву, чтобы принять участие в коронации. Екатерина II и двор остановились во дворце графа Разумовского. В этом имении Дашкова узнала о смерти сына Михаила, который жил в московском доме свекрови, пока она была в Петербурге. И хотя в эти дни Дашкова становится статсдамой, ее награждают крупной денежной суммой, а мужа Михаила производят в камер-юнкеры в чине бригадира, все это не могло утешить мать, потерявшую ребенка. Для себя она решила больше никогда не оставлять детей слугам и нянькам, самой воспитать их и дать образование. Она много и усердно молилась. В семье Воронцовых особенно почитали Дмитрия Ростовского и Казанскую Богородицу. Дашкова просила терпения и благоразумия в тех испытаниях, что даны были ей судьбой. Преждевременная кончина супруга, кончина сына в младенческом возрасте. Потом мы знаем вот эти трагические события в жизни второго сына. Проблемные отношения с дочерью, конечно, я думаю, что наложили достаточно скорбный отпечаток на духовную жизнь княгини. Но, тем не менее, мы видим, что она находила в себе силы поддерживать других людей. Что это значит? Человек, который имеет возможность поддержать другого человека, соответственно, получает помощь от кого-то еще. Мы верим в то, что это была помощь именно Господа, и она шла через служителей Божьих, через священников и монахов. Торжества в Москве проходили вплоть до зимы. Но Дашкова в них почти не участвовала. Сейчас ее мало что радовало. Она только что потеряла сына, тяжело болела сестра мужа, княжна Анастасия Ивановна, и Дашкова не отходила от постели умирающей. Да и физическое состояние Екатерины было не самым лучшим. Она была беременна третьим ребенком. И когда двор вернулся в Петербург, Дашкова была слишком слаба и осталась в Москве. По-настоящему близких людей у Дашковой было мало. Она любила своего брата Александра и писала ему два раза в месяц. Он учился в Версале, и Екатерина сообщала ему все последние новости. Был еще дядя мужа Никита Иванович Панин. Он всю жизнь оберегал и заботился о Дашковой. А вот с императрицей отношения складывались сложно. Примерно два десятилетия Екатерина II всячески избегала Дашкову. Екатерина Романовна очень любила своих детей, но не смогла вовремя отпустить. И Анастасия, и Павел часто шли наперекор матери, а поступая так, как она хотела, попадали в зависимость от нее и еще больше страдали. На похороны сына Екатерина Дашкова не приедет, сославшись на плохое самочувствие, а дочь не приедет хоронить мать. Я считаю, это трагедия их личных отношений, Дашковой и ее детей. Конечно, она была слишком требовательная и честолюбивая мать. Она слишком многого хотела от детей, но не все могли быть великими.
Она была великая женщина. А дети ее были хорошие, но обычные люди. И это надо было ей понять. Екатерина Романовна хотела наладить отношения с отцом, Романом Илларионовичем. Часто писала ему и каждый раз удивлялась молчанию. «Не подала ли я невинно вам причину на меня гневаться? Если он и так, прошу, милостивый государь мой батюшка, мне незнаемую мною вину отпустить». Но отец отвечал очень редко. Он завел вторую семью со своей невенчанной женой Элизабет Брокет, и у них родилось четверо детей – Анна, Мария, Александр и Иван, получившие фамилию Ронцовы, укороченные Воронцовы. Дашковой казалось, что дорога в Коротово длится вечно. Как уныло кругом. С ней в ссылку уехала и дочь, Анастасия Щербинина. По дороге Екатерина Романовна писала своему брату Александру. «Не знаю, мой друг, когда я пошлю тебе эти строки. Но перед сном с тараканами мне хотелось бы тебе сообщить, что после 5 дней перехода и 2 дней на дорогах таких узких, что пришлось отпрягать 3-ю лошадь, я нахожусь не более чем в 100 верстах от Москвы». Екатерина думала о том, почему же так быстро промчалась жизнь. И неужели все это было? Почему так стремительно менялись отношения людей к ней? То ее хвалили и восхищались, то унижали и сторонились. Как времена года сменялись один за одним, так и жизнь пронеслась быстро-быстро. Она вспомнила тот знойный летний вечер в Петербурге, когда познакомилась с будущим мужем. В императорском летнем саду шла итальянская опера. После спектакля Екатерина с подругой решили прогуляться, и вдруг на одной из улиц перед ними из темноты возникла высокая мужская фигура. Девушки сначала испугались, но потом Екатерина была очарована этим молодым человеком. Его звали Михаил Дашков. Говорят, что эта встреча была подстроена, ведь у Михаила в тот момент была плохая репутация, и его перестали принимать во многих солидных домах Петербурга, включая и дом канцлера Воронцова. Совсем скоро 15-летняя Екатерина напишет брату Александру о своих сердечных делах. Она обещает сообщить ему о решении родных. «Через 3 недели, месяц или немного позже, о согласии или отказе, что князь Дашков, которому она позволила просить ее руки, получит от ее семьи». 14 февраля 1759 года состоялось венчание с князем Дашковым. От отца она получила лишь скромное приданное. Нелюбимой дочери отец выделил в 2 раза меньше денег, чем старшей сестре Марии. Через год в семье Дашковых родилась дочь Анастасия, которую назвали в честь московской свекрови. Потом Мишенька, затем сын Павел. 5 лет семейной жизни пролетят незаметно, в бесконечных заботах и делах, но это были счастливые годы. Потому что Дашкова любила детей, мужа. А кони все мчались и мчались и везли престарелую стацдаму в ссылку. Император Павел I не простил ее. Он считал, что такие, как Дашкова, организовали низложение и смерть его отца Петра III и допустили, что Екатерина стала императрицей, а не регеншей, при нем наследнике престола. Теперь Екатерина Романовна расплачивалась за то, что происходило 34 года тому назад. Страшное известие о смерти супруга застало ее в Петербурге. И тогда сама княгиня чуть не умерла. «Я была в состоянии истинно достойном сожаления. Левая нога и рука, уже пораженные после родов, совершенно отказались служить и висели, как колодки. Мне приготовили постель, привели детей, но я 15 дней находилась между жизнью и смертью». Она не смогла даже присутствовать на похоронах собственного мужа, потому что она так серьезно заболела. Это действительно была большая любовь. Жизнь закончилась. Уж семейная точно. Но надо было выбираться, спасать и себя, и детей.
Оказалось, что после мужа осталось большое количество долгов, и Дашкова стала экономить практически на всем. При дворе ее считали скупой, а княгине приходилось продавать сервизы и драгоценности, чтобы выплатить горящие долги кредиторам. «Меня долгое время оставляли в неведении относительно расстроенного материального положения, в котором муж оставил меня и детей. Вследствие своего великодушия по отношению к офицерам он помогал им и наделал много долгов». В записках Дашковой муж выглядит, если не ангелом, то человеком высоких моральных правил, хотя это не соответствовало действительности. Михаил был азартным игроком, ценителем и обожателем женщин. «Мы никогда не узнаем, почему Дашкова завещала похоронить себя в Троицком, а не рядом с мужем в Новоспасском монастыре в Москве». Большую часть жизни она прожила вдовой. И поэтому в свое время, в молодости, схоронив мужа, воспитав в буквальном смысле слова сама своих детей, дав им образование, принимая участие в их жизни самое деятельное, я думаю, что она просто уже в каком-то смысле слова ощущала себя главой семьи и, прикипев к тому храму, который она построила в Троицком, она хотела быть там похороненной. Как только Екатерина Романовна физически могла подняться, она незамедлительно приступила к насущным делам. Решила переехать в Москву. Своего дома у нее не было, нужно было привести в порядок подмосковное имение Михалково. Это имение с 1680 года было вотчиной князей Дашковых. Муж Екатерины Романовны был правнуком первого владельца имения. После смерти Михаила Дашкова в возрасте 28 лет Михалково перешло его супруге. Когда она прибыла сюда, имение находилось в упадке. И здесь 21-летняя вдова стала наводить порядок, занимаясь садом, финансами, крепостными. Около 5 лет Дашкова прожила в усадьбе. А когда в 1769 году выехала за границу, взяла себе псевдоним по названию имения – Михалково. В том же году, чтобы рассчитаться с долгами, она продала усадьбу своему дяде и опекуну Никите Панину. Участок в Кирьяново под Питером, Круглое в Могилевской губернии, Троицкое. Везде нужно навести порядок. Везде нужны мужские руки. Но она и сама не лыком шита. Дашкова может все. В Коротове княгиня Дашкова провела всю зиму. А потом сын вымолил у Павла I для матери разрешение жить в Троицком. Император пошел на уступки и разрешил Екатерине Романовне обосноваться в Калужской губернии. Но в столицу не ногой. В 1796 году Дашкова полностью передала свои дела Павлу Бакунину, который исполнял должность директора Императорской академии наук и художеств во время двухлетнего отпуска княгини Дашковой. Троицкое было имение мужа. И попала она сюда впервые в 1760 году. Прекрасная природа привлекла внимание княгини, выросшей в Петербурге. Тогда они с мужем решили строить здесь большой двухэтажный дом с мансардой на берегу реки Протвы. «Мое любимое имение», – так называла его Дашкова. Всю свою жизнь Екатерина Романовна создавала эту усадьбу, вкладывала в нее душу и сердце. Здесь она провела последние годы жизни. Сюда она завещала перевести свои останки после кончины. Воздух имения наполнен памятью о великой княгине. И в 21 веке здесь живут люди, которые гордятся своей близостью к великой россиянке. Лидия Михайловна Пищулина приехала сюда много лет назад по велению души. Я приехала в Троицкое 30 лет назад, в далеком 1988 году. Меня пригласили в Троицкое мои друзья. Вот в такой же июльский красивый день я впервые пришла в Троицкое. Меня потрясла красота, потрясла эта природа, и меня заставила
задать несколько вопросов тем людям, которые здесь живут. Кому принадлежит это имение? Что это за великолепие такое среди такой потрясающей красоты? И мне дали книжечку Лии Лозинской, которая называлась «Во главе двух академий». Я ее читала всю ночь и сказала себе и своим друзьям: «Дорогие мои, я уезжаю из своего города Тульской области. Я уезжаю и буду жить здесь, в этих замечательных местах Калужской области. Я буду жить в Троицком». Лидия Михайловна сразу почувствовала духовное родство с этой удивительной женской личностью XVIII века – княгиней Екатериной Романовной Дашковой. В 96-м году, когда я стала директором, я сказала себе: «Здесь, в этих местах должен быть музей. И он должен быть посвящен Екатерине Романовне Дашковой, потому что все должны узнать ее историю. Все должны узнать, какая это замечательная, уникальная женщина XVIII века. Все должны узнать, насколько она образована, начитана была, насколько она была интеллигентна, умна и толкова». Каждый год, 1 сентября, наши маленькие первоклассники свой первый в жизни школьный урок начинают в мемориальном музее Екатерины Романовны Дашковой, нашей жемчужине. Этот музей – мое любимое детище. Мы собирали его по крупицам для того, чтобы сохранить память о великой россиянке Екатерине Романовне Дашковой. Дети, которые живут в городе Кременки в Троицком, много знают о Екатерине Дашковой. Вы можете спросить у них сами. Она создала первый в России толковый словарь. Она придумала букву «Ё», как писать. Екатерина Романовна Дашкова в возрасте 13 лет очень увлекалась философской литературой. Читала произведения Дидро, Вольтера и других философов. В своих записках написала на французском «Le bien être et le richesse nos paysans font notre prospérité et augmentent nos revenus». И эту фразу она потом обсуждала с Дидро. Она являлась княгиней и директором двух академий: Санкт-Петербургской академии наук и Российской академии. Когда Екатерина Романовна Дашкова была директором Академии наук, она издала первое собрание сочинений Михаила Васильевича Ломоносова. Екатерина Романовна Дашкова очень религиозный человек. Как говорила Марта Вильмотт, она строго соблюдала все обряды своей религии. Она помогала своей подруге Екатерине II. За рекой Протвой есть имение Екатерины Романовны Дашковой. Она построила храм. You heard that Dashkova once said that she would like to live and to die. Okay, good students, and die in this place. Если первый урок у первоклассников начинается в музее Екатерины Романовны Дашковой, то свой последний урок одиннадцатиклассники проводят здесь. Екатерина Дашкова любила икону Святой Екатерины. Святая Екатерина – покровительница учеников. Над каменным надгробием Екатерины Дашковой – икона Святой Екатерины. «О святая Екатерине, дева и мученица Христова невеста! Ко свету истинной веры наставила еси, так и спроси нам, рабам твоим, оную Божию мудрость». Я вернулась в Москву поздней осенью, но все-таки поехала еще в Троицкое. Я была своим собственным архитектором, садовником и управляющим. И, следовательно, не могла надолго отлучаться из Троицкого, так как земля требовала постоянных забот и ухода. Одно из лучших имений в XVIII веке – это Троицкое, где Дашкова свои сады разбивала. Как она говорила, ни одного дерева без меня посажено не было. Я уж не говорю, что там апельсины выращивали, там ананасы выращивали. Представляете, Дашкова в Троицком выращивала ананасы. В память о любимом муже в 1765 году Екатерина начинает возведение храма Святой Живоначальной Троицы.
Екатерина Романовна вообще принимала самое деятельное участие, начиная от проекта и заканчивая буквально, как говорили, клала кирпичи в стену. Проверяла качество раствора, советовала рабочим, как лучше строить леса, дорогу подводила к строящемуся храму, буквально сама. Поэтому, конечно же, такому великому и талантливому человеку ни синод, ни императорские структуры отказать не могли. И поэтому она построила храм, конечно же, из благословений и с разрешения. Ее кипучая энергия, деятельный ум в таком хрупком и болезненном теле не давали ей покоя. Она все время двигалась вперед. И когда она остается одна, уезжает в Троицкое, она всегда привлекает лучших учителей для образования собственных детей и всегда задумывается об обучении, об образовании детей за рубежом. И, кроме того, отдаленная с поистине царской неблагодарностью от императрицы, обремененная долгами мужа, она чувствовала себя очень неуютно в России. Дашкова с детьми отправляется в дорогу. И она посещает Англию, Францию, Германию. Особенно ее потрясает Англия. Ей нравится, как устроено образование Англии. Она посещает музеи, театры. Она посещает Оксфорд. И впервые там видит русско-греческий словарь. Скорее всего, оттуда появилось желание, зародилась эта мысль, идея написать русский словарь. Во Франции она встречается с известным философом Дидро. В Париже я пробыла всего 17 дней и не хотела видеть никого, за исключением Дидро. Я посещала церкви и монастыри, где можно было видеть статуи, картины и памятники. Я была и в мастерских знаменитых художников, и в театре. В Швейцарии Дашкова встречается с Вольтером. Они тоже ведут очень много разговоров, говорят тоже о политическом устройстве. Ее интересует все. Но и они увлекаются тем, как умеет говорить Дашкова, как она умеет представлять Россию, каким языком она с ними разговаривает. И самое главное, ей ведь было очень важно рассказать о том, что русский язык, ведь французский был в ходу, что русский язык певуч, что русский язык прекрасен, он точен, он выразителен. Эти воспоминания потом лягут в основу ее записок. В течение всей жизни Екатерина Романовна сочиняла музыкальные произведения. Они исполнялись и в России, и в Европе, и вызывали восторженные отзывы деятелей культуры. Сейчас вы слышите гимн, написанный Екатериной Малой. В нотном альбоме княгини Дашковой, который сохранился до наших дней, 38 произведений. Это и романсы, и народные песни, и танцевальная музыка. Удивительно, что в альбоме мы видим ряд английских романсов, что было не характерно для 18 века. Маргарита Пряшникова, исследователь альбома, пишет: сочинявшая английские романсы Дашкова шла в определенном смысле против течения, и эти ее произведения не имеют аналога в музыкальной практике русских любителей и музыкантов-профессионалов. Не только Екатерина Дашкова мечтала встретиться с известными людьми, но и известные люди мечтали встретиться и поговорить с начитанной, образованной Дашковой. Например, Бенджамин Франклин, известный политик. В 70-е и 80-е годы 18 века он был посланником Соединенных Штатов Америки в Париже. Он мечтал встретиться с Дашковой, он мечтал с ней поговорить. Первая встреча, к сожалению, не произошла. Дашкова не оказалась дома. А вот 3 февраля 1781 года такая встреча состоялась. Франклин был очарован Дашковой, очарован ее начитанностью, очарован ее
знаниями политики. Результатом этой встречи стало то, что Дашкову приняли в Американское философское общество, коим президентом тогда был Франклин. Дашкова встречается с монархами, с членами их семей, с общественными и политическими деятелями, деятелями культуры. Ей удалось даже встретиться с папой римским Пием VI. И она предлагает ему создать музей в Ватикане. Такой музей, кстати, существует и сейчас. В 1775 году Екатерина Дашкова вместе со своим сыном приезжает в Шотландию, дабы дать сыну блистательное образование в Эдинбургском университете. Сын поступает в университет, а Дашкова в это время знакомится с известными шотландскими, английскими семьями, совершенствует свой английский язык. И когда сын Павел блистательно заканчивает курс и получает степень магистра искусствоведения, и становится почетным гражданином города Эдинбурга. Уверенная в себе, счастливая Дашкова весной 1782 года возвращается в Россию. В январе 1783 года Екатерину Дашкову императрица назначает на должность директора Санкт-Петербургской императорской академии. После почти 20-летнего молчания это было неожиданно и в то же время закономерно. Если Дашкова уже признали и приняли в мировую науку, ее оценили, то Екатерина II не могла не использовать такую возможность возвысить себя и Россию в международном масштабе. 11 октября 1783 года в Петербурге открывается Российская академия, Центр по изучению русского языка и словесности. Президентом императрица назначает Дашкову. Как этот человек, воспитанный до 16 лет по преимуществу во французской словесности, в немецкой словесности, почему она, впрочем, точно так же, как и ее покровительница, наперсница, можно сказать, в определенные годы, императрица Екатерина, так ратуют за прославление русского языка, за то, чтобы укреплялось наше отечество через язык. Потому что они понимают, что государственная идеология, она формируется языком. И вот в словаре очень интересный комментарий имеется ко всем словам, нашим языковедческим терминам. Язык, речь, слово. Но главная заслуга – и это пример для всех нас. Екатерина Романовна создает новые слова в русском языке. Как цивилизованное государство, Россия должна была иметь этот словарь. И Дашкова – это подвиг, ее научный подвиг создания этого шеститомного словаря. Впервые в мировой истории женщина заняла сразу два поста высочайшего калибра. Каждая из этих должностей официально была равна должности министра. Вот так отсталая Россия еще в 18 столетии подняла планку по части женского равенства на такую высоту, что куда там нынешним феминисткам. Заняв свой пост, Дашкова так описала положение в академии. «Я очутилась запряженной в воз, совершенно развалившейся». Она стала кропотливо вникать во все проблемы академии, старалась разумно распределять средства, убрала ставку преподавателя музыки с зарплатой 800 рублей и взяла преподавателей английского и итальянского языков с окладом по 400 рублей. Назначила пенсии пожилым служащим, что было необычно и прогрессивно. Начала строительство нового здания Академии наук. Архитектором был Джакомо Кваренги. Дашкова внимательно следила за ходом строительства и пыталась его ускорить. Кваренги был недоволен постоянным контролем Дашковой, он тоже был упрямым и своевольным. В итоге он в ярости написал ей: «Если же проект должен быть изменен согласно вашим идеям, то в таком случае я не буду далее руководить постройкой». Конфликт между двумя упрямцами не был решен, и выполнение проекта заканчивалось без Кваренги. На одном из первых заседаний Академии княгиня Дашкова предлагает использовать новую букву – «Ё». Идею поддержали.
Державин стал использовать букву «Ё» в личной переписке и впервые употребил ее в фамилии Потемкин. Историк Николай Михайлович Карамзин стал использовать ее в своих стихотворениях. На родине Карамзина в Симбирске, ныне Ульяновске, поставили памятник этой букве. Эта буква настолько оказалась необходимой русскому языку, что все, конечно, приняли это нововведение. В самом начале своей работы Дашкова издает полное собрание сочинений Ломоносова, отдавая дань памяти и уважения выдающемуся российскому ученому. А в подарок к Московскому университету, носящему имя великого человека, она преподносит свою коллекцию минералов. В этом же 1783 году по инициативе княгини начинает выходить журнал «Собеседник любителей русского слова». В журнале сотрудничают Екатерина II, Державин, Фонвизин. Там же печатается и Дашкова. Пребывание Екатерины Романны в сугубо мужской должности вызвало бурю возмущений. Степенные мужчины из Французской академии наук пришли в негодование и всерьез опасались расползания власти женщин из России по всей Европе. Честнее других оказался самый знаменитый любитель женщин Джакомо Казанова. После знакомства с госпожой Дашков он заявил: «Ученые мужи сгорают со стыда, но русским хватило ума признать в ней Минерву». Минервы в римской мифологии называли богиню мудрости. Мне очень хочется, чтобы все мы ценили это замечательное достояние, которое нам осталось от наших предшественников. В этом ожерелье сияет не только Пушкин и не только Ломоносов. И если мы будем любить нашу словесность, если мы будем так же относиться к ней, как относилась княгиня Екатерина Романовна Дашкова, оставившая нам великое наследие, причем не только в области русского языка, а в области государственной идеологии, но остались и материальные памятники. Создание толкового словаря со сложным названием «Словарь Академии Российской» словопроизводным порядком расположенный поддержала Екатерина Великая. Для словаря Дашкова написала более 700 статей на нравственные и политические темы, проверяла редакторов, советовалась с лучшими умами России. Я хочу, чтобы мы сегодня представили, что Российская Академия, созданная государней императрицей и предоставленная в ведомство, в руководство Екатерине Романовне Дашковой, занималась как первой своей задачей чистотой русского языка. Итак, все ученые, математики, химики, путешественники, географы, историки и, конечно, литераторы занимались улучшением русского языка, описанием словесных наук и комментарием русских слов. В 1793 году Дашкова в своем журнале опубликовала трагедию Якова Книжнина «Вадим Новгородский», чем вызвала недовольство Екатерины II. В августе 1794 года Екатерина Романовна заканчивает работу над словарем и просит у императрицы отпуск по состоянию здоровья. К делам Академии наук Дашкова уже не вернется. Большую часть времени она проводит в Троицком. Именно здесь родились записки Дашковой, которые до сих пор читают и обсуждают. Это, скорее всего, летопись ее жизни. Это историко-литературный источник, потому что он именно так ярко и самобытно отражает эпоху и Елизаветинскую, и Екатерининскую, и Павловскую. Кроме того, я верю Александру Герцену, который в свое время написал, что записки Екатерины Дашковой – это продолжение или иллюстрация к первой части записок Екатерины II. Здесь она пишет записки, здесь она вспоминает себя молодой, здесь она
прославляет по-прежнему в этих записках Екатерину II. Она всегда считала ее своим кумиром. Она никогда не позволяла говорить о ней дурного слова. Я смело утверждаю, что я писала только истинную правду, которой придерживалась даже в тех случаях, когда она не говорила в мою пользу и пропустила только то, что могло бы повредить некоторым лицам. Она настолько была многогранна, она настолько интересна и актуальна и на сегодняшний день, что абсолютно разные аспекты ее жизни и деятельности изучаются до сих пор. Все, что создавала Екатерина Романовна, было сделано вдумчиво и фундаментально. В Троицком, в храме, построенном в память об ушедшем муже, Дашкова сделала полы с подогревом. Да, в XVIII веке женщина предложила поставить в подвал печь и провести медные трубы, по которым шел теплый воздух, чтобы прихожане не мерзли во время службы. Современница Дашковой, англичанка Уилмот, писала о княгине. «Я не только не видывала никогда такого существа, но и не слыхивала о таком. Она учит каменщиков класть стены, помогает садовникам делать дорожки, ходит кормить коров, сочиняет музыку, пишет статьи, поправляет священника, если он не так молится». До самой последней минуты жизни Дашкова занималась самообразованием, литературным творчеством. Даже в конце жизни, примерно за 3 года до смерти, она посещала лекции ректора Московского университета Страхова по экспериментальной физике. Она все умела и хотела делать сама. Своим крепостным она подбирала пары, не спрашивая их согласия. Правда, и прирост людей в ее имениях был большим. Дочке она тоже выбрала мужа. И брак оказался несчастливым. Сын Павел дослужился до генерал-лейтенанта, тайком от матери женился, и отношения с матерью были испорчены окончательно. В конце жизни Дашкова была одинока. В заключение я могу сказать со спокойной совестью, что сделала все добро, какое было в моей власти, и никогда никому не сделала зла. Я без страха и тревоги, бестрепетно и спокойно смотрю в глаза приближающейся смерти. Конечно же, все ее поступки, с нашей точки зрения потомков, это все-таки патриотизм, это возвеличивание России и открытие Западу, Европе, чистой русской души. Поэтому, возможно, для тех людей, которые не имели эту душу или завидовали этой душе, либо, наоборот, им была ненавистна эта душа, они могли назвать это тщеславием. Мы это называем патриотизмом. Однажды, теплым летним вечером, мы со своей маленькой дочкой, тогда ученицей начальной школы, гуляли по Троицкому. И она у меня спросила: «Мам, неужели ты веришь, что здесь когда-то гуляла Дашкова, что она строила храм и сажала сады?» И я ответила ей: «Я верю». Проходят годы, пролетают века, но дело Дашковой не забыто. Миллионы женщин во всем мире живут и работают на благо науки и просвещения. И даже в те времена, когда женщины не могли учиться на равных с мужчинами, талант находил способ пробиться. В XIX веке Россия узнала о Надежде Дуровой, замечательном писателе и героине Отечественной войны 1812 года, о Софье Ковалевской, первой в мире женщине-профессоре. В 20 веке Мария Складовская-Кюри получила сразу 2 Нобелевские премии по физике за работу с радиоактивными элементами. Величайший микробиолог Зинаида Ермольева открыла препараты, спасшие миллионы человеческих жизней. Анна Межлумова создала высокооктановый бензин, который заливают в большинство современных автомобилей. Нейрофизиолог Наталья Бехтерева изучала тайны человеческого мозга. Женщины, такие как Екатерина Дашкова,
меняют нашу жизнь к лучшему.